Меня зовут Михаил, мне 11 лет, и я хочу колонку и мячик футбольный. Я колонку и мячик. Я куб, мне 12 лет. Миша и Якуб живут в центре социальной помощи семьям, детям и молодежи. Дружат 7 лет, вместе ходят в школу, а вечером играют в мяч. И сколько бы проблем ни было дома, каждый из них с нетерпением ждет вторника и четверга. День, когда в гости к детям приходят родители. Вот уже здесь месяц. Папа приезжает, сказал, что скоро заберет. Он сказал, может быть, до Нового года сможет забрать. Ну, здесь прикольно тоже, но домой тоже хочется. А еще очень хотят праздника. Череду новогодних открывает День святителя Николая. И даже не из-за подарков и сладостей. Забота и внимание. Вот о чем мечтают дети. О старых и светлых традициях не забыли и представители крымской власти. Они посетили столичные учреждения и поздравили детвору. В Крыму этот праздник празднуют уже много-много лет. И все те люди, меценаты, которые сегодня здесь присутствуют, они делают благое дело. Таких детей нельзя бросать. Надо быть рядом с ними и оказывать посильную помощь для того, чтобы они видели свое будущее. Это и будет и дальше продолжаться всеми руководителями Крыма для того, чтобы вот этот праздник жил у нас, в наших сердцах. В Лазовской школе-интернате тоже праздник. Отмечают с песнями, танцами и стихотворениями. Прилагаем все усилия, чтобы наши детки получили то тепло родительское, которое им не хватает от нас. Мы создаем им все условия. Они у нас очень хорошие, талантливые. Они меня радуют. Вот летом отпуск, я по ним скучаю. Каникулы, я по ним скучаю. Всегда они радуют своими успехами, своими достижениями. Детям тут пытаются создать максимально комфортные условия. Во многом помогают неравнодушные к проблемам маленьких детей крымчане. Сейчас огромные программы в Республике Крым приняты по поддержке учреждений. На следующий год практически во все учреждения будут поставлены новые окна, перекрыты крыши. Хотелось бы, чтобы дети были не только в отремонтированных корпусах жили и воспитывались, но еще у них была благоустроена территория. Вот. Но я думаю, что эту проблему тоже мы решим с помощью федеральной целевой программы и с помощью тех средств, которые выделяются в бюджете Республики Крым. 19 декабря каждый может поверить в чудеса и получить в подарок то, о чем мечтает. И неважно, взрослый ты или ребенок, имеешь большую семью или воспитанник детского дома. Антонина Шитова, Андрей Псом. Утро нового дня.